До конца лета и начала учебного года всего 15 дней. Осень и следующая за ней зима – время, когда благоустроительные работы по большей части придется завершить. До 1 сентября улицы, пешеходные переходы, заездные карманы к школам и сами школьные территории должны быть приведены, если не в идеальное, то хотя бы в нормативное состояние. Вчера губернатор Сергей Морозов совместно с депутатами городской думы, законодательного собрания и администрации проверил выполнение работы, состояние подъездов к школам и дворовых территорий. Первая точка – школа номер 21 на улице Тимирязева. Школа вышла победителем всероссийского конкурса, всероссийского смотра конкурса. Вот сейчас на бегущей строке у нас идет 700 лучших школ России 2018 года. Это школа отечественного образования. Ну, конечно, гордость отечественного образования. Конечно, трудно, потому что было очень много различных программ, лицеев, гимназий, но мы выстояли. Школа совершенно обыкновенная, не образцово-показательная. Асфальту внутри двора уже более 50 лет. Школа активно развивается. Помочь ей стать более комфортной – задача властей. Значит, здесь построить хороший заездной карман для автомобилей, для там разной техники. Вот такое решение сегодня найдено. Да. Значит, у меня просьба огромная тогда и Сергею Сергеевичу, и к вам, чтобы это все тогда было сделано до 1 сентября. Школьный двор, в свою очередь, будет отремонтирован следующим летом. Двор рядом со школой тоже приводит в порядок по программе формирования комфортной городской среды. Вопросы по самой улице Тимирязева. Ну вот смотрите, вот мы сейчас с Сергеем Сергеевичем поговорили с вашим главой. Мы до конца этого года там проведем все экспертизы, проведем, так сказать, там все необходимые подготовительные работы. На следующий год вся эта улица с тротуарами, с дорогой, с рельсами, вся будет заменена. По этой улице дети идут к школе. Но это не первая причина ремонта. Жители дома активны, они умеют работать и благоустраивать свой дом и двор. А власть, реагируя на точные запросы жителей, знает, как и чем нужно помочь. Результат не заставит себя ждать. Совершенно иначе там, где нет ни ТОС, ни совета дома, никакой бы то ни было активности граждан, например, на ипподромной 19. Воды нет холодной у нас. Почему? Я не знаю почему. Вы на каком этаже? На шестом, на последнем. Пятый, шестой, у нас нет воды. Они ничего не говорят, поставили дополнительно насос. У нас есть один такой товарищ, сантехник включает, а он идет следом, он выключает его. То есть проблема внутри дома. Одному жителю мешает шум насоса, у другой нет воды. Договориться могут жители и сами. Не хотят? Мы просили, вот, значит, от того магазина грунтовые воды весной и осенью. Они поднимаются, начинаются заморозки, или наоборот, таяние снега. Здесь, значит, все это поднимается. И мы 25-й и 27-й дом, мы не можем подойти к маршрутке и сесть нормально. Мы вот плаваем. Просили и просят. Прочистить водоотводящую канаву значит решить проблему дома, ведь подвал почти не успевает просыхать. Люди мучаются много лет, однако все их жалобы разрознены и уходят не в те инстанции. Решить проблему пообещали, прочистить канаву и установить своеобразный заслон можно, но впоследствии следить за всем этим предстоит жителям. Почти все, что я вам сказал, мы можем вам отдать за счет бюджета, за счет государства. Но для этого должны принять участие в наших программах. А первое, самое легкое, это выбрать старшего по дому. Второе, чтобы у вас начали проходить собрание жильцов. Третье, чтобы вы определились на собрании жильцов, что вы хотите видеть. Муниципальные, региональные и федеральные программы благоустройства работают. Сделать пространство вокруг себя красивым и удобным можно. Деньги на это есть. Надо просто перестать сидеть на одном месте. Нужно вырабатывать общественный план, выходить на контакт с администрациями, участвовать в конкурсах и не бояться работать и нести ответственность за свое. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.